Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Короче, ребята, тут будет две модификации. Вот, просто одна, по-моему, на 3 минуты, где будет белый Хэнк, ребята, White Hank. Блин, я хочу на это посмотреть. Обязательно подписывайся на Яндекс.Дзен, на Трова, ссылочка будет в описании. И, конечно же, куда мы без кваса, ребята? Добрый хлеб называется. Прикинь, первый раз пробую такой квас, поэтому, братишка. Ух, шиш, вот это вот, но погоди. Ну-ка. Ой, пахнет идеально, просто пахнет идеально. Наливаем, ребята, наливаем. Сейчас попробуем холодненький, такой хорошенький. Скоро будут также разливной квас продавать. Ой, хочу, ребята. Короче, заходим во фриплей. По-моему, сюда нам. Давай, и где-то тут... Да, это оно, на харде Армагеддон. Нам сюда с тобой, дружище. 3, 2, 1, go! Ёкарный бабай. Бойфренд, конечно, прикольно нарисован. Но он не такой какой-то злой, да? Как обычный Хэнк. Ни хрена он тут. Вот это уже я в аудиозаписи-то добавлю. Обычный Хэнк офигенно поет. Ни хрена, блин! Так сказать, раскачали Неваду, а? Ты послушай просто это. Хорош. Ну что же, дружище, конечно, сейчас приступаем к следующей модификации. Хэнк, старина вернулся, естественно, на харде, ребята. По-другому никак, ребята, все, начинаем. Приятного вам просмотра и аппетита! Вау, просто смотри! Я просто уже вижу рожу Хэнка и это... Вот это до мурашек пробирает!
Что как-то жестко, ребята, я аж залип! Голос Хэнка охрененный просто, ребятки! Деймоса тоже клево нарисовали. Просто чисто нервно курит в сторонке. Осуждаю курение, конечно, ребят. Блин, топ, просто топ. Была, в общем, ребята, демо-версия этой модификации, но по факту это, по-моему, тоже демо-версия, потому что здесь три песенки. Боже мой, я чувствую здесь полный разгром. И, блин, наша подружка вообще счастлива, просто смотри. Агентка. Ребята, прошу прощения, что сейчас чатик немного не играю, просто не до этого, скажем так. Ребята, это... Сейчас немного поговорим после этой модификации, хорошо, ребята? Блин, если, конечно, мы ее быстренько пройдем, потому что у меня такое чувство, что... Твою ж дивизию, ребята, ну это просто жесть какая-то, ну что это вообще такое, блин? Не, походу, ребят, погодите, давайте лучше на... Чё-то чувствую я, ребята, давайте мы вот поставим на нормал. Я чувствую, ребят, я просто сегодня плохо себя чувствую, поэтому давайте на нормале. Хорошо, ребята. Конечно, замечательный денечек я для этой модификации выбрал, но не факт, ребята, что там меньше пулей-то будет. Я не знаю еще. А, ну, как-то полегче, да? Вроде лучше. Боже, что происходит? Thank you.
Хэнк! Куда он пропал? Куда? Там какой-то... Там типа сломанное изображение, ребят, прикиньте. Маленький кубик какой-то. Маленький кубик. Хэнк, ты шо? Сломался. Короче, представляем, что это Деймос, ребят, поет. Мы против Деймоса. А чтобы появился Хэнк, ребята, надо поставить лайк. Там написали. Вот правильно, правильно. Офигеть, там долбёжка какая! Хорош, ладно. Надеюсь, сейчас он появится, ребята. Третья песня. Да, появился, ля! Отлично, отлично, друзья. Не знаю, что заставило его поломаться, ребята, но... Что-то знакомое! Это нормал! Да! Да вы вообще что ли чокнулись? Я уже там, я не знаю, как представляю, стоять ОМОН, блин, что такое? Чё так их много-то, блин? Боже мой. Какая-то жесть, ребят. Это мы на нормале, ребята, проходим, между прочим. Ребят, сегодня на изи, сегодня день такой, ребята, вот в чем прикол, это... Ух, давай, давай, дружище, это хорошая песенка, давай ее полностью послушаем, ну на изи только, ладно, что-то сегодня вообще. Как будто ничего и не поменялось. А, ну чуть-чуть поменьше, да. Хард, нормал, изи, а еще поменьше есть там? Сложность для младенцев, пожалуйста.
Ну так можно, брат! Если тебе хочется на харде, обязательно скачай, попробуй сам, братишка. Ссылочка будет в описании. Я не представляю, сколько там пулей должно лететь, ребята! Фух, ля, просто смотрите, как подружка-то наша там машет, посмотри! Вначале она просто вот так делала. Блин, шикарная просто модификация, но, к сожалению, это... Все, ребята, вот, мы... Да в смысле, я же первую песню-то на харде прошел! Ладно, хорошо, пусть изи, хорошо. А на этом... Погоди, братишка, на этом, секунду, фриплей! Нет, к сожалению, не. Но как смотрю, ровненько, знаешь, лесенка такая. Хард, нормал и изи. На этом все, бай-бай, дорогой братишка.